накатило всякой херни. И недавно меня так вырубили, что я... В принципе, все это... Какой бред, да? А я вообще кнопку записи-то нажал, может, я сижу просто и... Ничего. Здорово, друзья, с вами дядя Сережа. Вы, наверное, опять подумали, что я уже того копыта откинул. И хейтеры порадовались, но нет, даже несмотря на мой уставший, похудевший вид и та манера, что я начал еще медленнее говорить, я сейчас отвечу на самые популярные вопросы. И, конечно же, самый популярный вопрос: куда дядя Сережа-то пропал? Почему ролики он не выставлял, те 15-10 подписчиков, которые меня смотрят, которые подписаны на канал, видят же, где ролики, точнее, не видят, где ролики. Сегодня я вам расскажу и поотвечаю еще на некоторые топовые вопросы. Помчали? Так, ну первый самый распространенный вопрос, который я получаю, это куда же я пропал? А пропал я просто, у нас было, получается, лето. Это период работы, много клиентов на ведении, консультациях. Кто не знает, дядя Сережа этим занимается. И также большое время забирала онлайн-школы. Ну и забирает, но сейчас будет гораздо меньше его забирать. Кстати, мы еще делали канал. Мы сделали канал Body Like. Это уже мой третий канал, да, получается. В котором до этого времени регулярно выходили видосы по меня. Там еще у нас появляется Александр Байков, потом еще другие спортсмены будут появляться. Он образовательный, где мы рассказываем там о добавках, о анализах крови, ну, о многом чем интересном рассказываем. Так что, если это вас тема интересует и вы не знали, подпишитесь. Тем более, если вы подпишетесь и напишите комментарий вот под этим видео с моей рожей, то у вас есть шанс выиграть 10 призов. 10 – это как одна рука, если пальцы считать, только две руки. Вот, какой бред, да? И у нас из призов наборчик спортпита, трое фитнес-часов, которые считают шаги там и так далее, и так далее. И к ним еще браслетики такие красивые, железные, так что вы можете не упустить. Обучение в школе, консультация от меня, консультация от Байковой и обучение на пакете Optimum, друзья. Так что огромное количество призов вы можете успеть получить. Короче, читайте описание под этим роликом, там все подробно написано. Две калории, одну даже калорию надо сжечь, и у вас и будет шанс выиграть. Даже, может, если вам обучение-то и не нужно. Вот, друзья, ну, конечно же, это лето, это Санкт-Петербург, это лень. Хочется еще, помимо того, что ты работаешь, отдохнуть. И это вот основные причины. Но я, конечно, последние причины... которые меня потихонечку выбивали иногда, а последний раз, по-моему, еще, может быть, более гнусавому голос слышно, это болезни. Они меня что-то подбивали понемножечку, так бам-бам-бам. И недавно меня так вырубили, что я аж несколько дней, неделю практически не мог ничего делать. Даже не мог телефон брать, просто лежал и... боролся за свою жизнь, это можно, кстати, так назвать, но это в моей голове было. Вот, из-за этого других каких-то накатило всякой херни. Вот, в принципе, все, это вот основной момент, почему дядя Сережа не делал ролики. Ну и, может быть, маленькую часть еще семинарчики. Семинаров я мало провожу, но все равно улетел, там 1-2 дня потерял, бывает 3. А если летишь в Владивосток, то можешь потерять несколько дней. А если на поезде едешь во Владивосток, то теряешь месяц. Но сейчас, в принципе, со всеми вот этими проблемами я разобрался, что-то делегировал, что-то там нашел в себе какую-то мотивацию, познал дзен. И теперь буду выпускать на канале ролики. Об этом, в принципе, тоже сейчас расскажу. Видеоконтент. Сейчас планирую делать в районе 2-3 роликов в неделю. В принципе, я такой уже несколько раз говорил, что так планировать буду делать. Вот. И из них... У нас будет все те же темы, плюс какие-нибудь, может, и новые будут пробовать, как я люблю. Самая популярная тема с челленджами, скорее всего, будет сниматься крайне редко, либо не будет сниматься, потому что есть огромное количество еды, это тоже нагрузка на ЖКТ. Вот. Плюс из-за того, что объемы-то людей подуменьшились, еды съедается как-то меньше. Вот, хотя тема еды мне не отдает никакого покоя.
Может, надо как-то додумать, может, у вас есть какие-то комментарии к этой теме, и вы подскажете, как можно сделать так, чтобы, может быть, много совсем уж и не есть, и не умирать потом. Все темы с квартирой, спортом, сейчас спорт надо появится больше, об этом тоже скажу, они будут, и будут новые люди, которых хочется видеть. Если у вас есть идеи, вы новый человек, у вас есть какая-то мотивация, как во времена You Gifted появлялись новые интересные люди. Либо на фитстарте у нас, да? Блуд, Гога, Вовк. Все, больше не помню никого. Третья тема, на которую задает дядя Сережа вопрос, это квартиры. Как с квартирой, что с квартирой, где видео о ней. Пока, если честно, снимать нечего, потому что так же, как была и лень, и те деньги, в принципе, которые зарабатывались, приходилось отдавать в районе там 200 тысяч на арендную квартиру, на ипотеку, там еще какие-то мелочи. Вот, другие деньги просто как-то отдыхались, покупались, просирались, то получается в квартиру потока денежного не вливалось. А нету денег, нету ремонта, нет роликов. Но там есть сейчас уже чертежи, потихонечку будем делать. Как я говорил, кто смотрит ролики про квартиры, что нужно будет сделать небольшой вот этот кусочек, который можно будет переехать с этой квартиры, жить уже в этом кусочке и потихоньку доделывать ту. Может быть, уехать куда-нибудь. И пусть все делается тоже потихоньку. Либо взорвать ее и уехать. Ладно, это шуточки. Сейчас в ближайшие дни там будут делаться окна. 4 окна последних. Потом там надо будет сделать трубу поменять, потому что чугунные трубы так себе вариант. Надо договориться сейчас с хозяевами, чтобы они тоже были готовы либо поменять трубы там внизу, наверху, либо внизу быть готовыми, что эти старые чугунные трубы начнут течь и говно притечет к ним. Не знаю, мне кажется, никому бы не хотелось, поэтому я бы поменять чугун на пластик вечный. Че им будет, да? Его не разъестся фекалия, мне кажется, пластик, чем такая здоровенная чугунина, которая гниет и отваливается там сама в себе. Вот. Также, когда дядя Сережа постил фотку в своем инстаграме и спрашивал ваши вопросы, много вопросов было по поводу свадьбы и детей. Этого не планируется, не планируется и не думается об этом планироваться. В принципе, все. Больше сказать на эту тему нет ничего. Спорт, либо фигура, дядя Сережа откатил, дядя Сережа дрищ. Особенно в камеру он смотрится, потому что не передает его рост под 1,90 м. Я похудел примерно 10 кг, я не занимался в тренажерном зале, но я занимался там раз в 2 недели, раз в 3 недели бывает, хоть бывает раз в неделю. Короче, так в районе 3-4 месяцев. И поэтому болезни там и так далее, и так далее. Но я старался держать диету, делал кардио, хотел уровень жира подуменьшить, и примерно плюс-минус уровень жира еще надо уменьшать, вешать 95 кг. Сейчас буду работать над этим, тренироваться дома, периодически в зале. И что делать, кардио, питаться, это, конечно же, все будет, об этом я всем расскажу, покажу. И будем прогрессировать. Наверное, мне кажется, вес в районе 95 кг с низким уровнем жира, таким атлетично красивым, прорисованные прямые мышцы живота, чтобы на ней были какие-то венки, это будет идеально и для жизни, и для внешности окружающей, и для Ютуба, потому что, ну, мне кажется, это самая продаваемая такая форма, а стремиться к огромному здоровому бодибилдеру, чтобы получать каких-то кучу минусов дополнительных, мне не хочется. Вот, поэтому, наверное, я буду двигаться так, плюс ты можешь одевать нормальную одежду, на тебе будут смотреться хорошо рубашки, штаны и так далее, и так далее. И ты будешь такой модельный, атлетичный, красивый физикчик. Вот. Так что мне это нравится, к этому буду стремиться, стараться стремиться. Может, новые виды спорта какие-то буду постигать. Постигну. Вот. Ну а сейчас надо побороться будет с самым мерзким, гадким, мерзким жиром. Помимо того, что еще и дрищ, еще и жир есть на боках. Вот такой какой-то
2-сантиметровый. Чувак, фу, ужас как. Ну, я потом вам видео сниму, вы также. Только детей уберите от него. Также вопрос очень часто задается по поводу соревнований. Все хотят видеть от Сережи на соревнованиях, а видеть на соревнованиях для меня смысл, наверное, и не стоит ждать. Потому что соревнования, если этот спорт мне стал менее интересен, то соревнования как-то еще больше. Но бывает, когда какая-то в голове прострельнет дурацкая мысль, о которой я стараюсь в ухо, чтобы она вылетела. В другое, чтобы выступить, какую-то конкретную дату, естественно, какой-нибудь турнир за границей, где-нибудь в Китае, где-нибудь потеплее, либо, если это была бы, наверное, какая-нибудь заруба с кем-нибудь, вот, но тем заруб мне тоже не очень интересно. Вот такие дела. Так что соревнований, я думаю, ждать тоже не стоит от меня. И я не заявлю тут, что вот, я готовлюсь, через 2 недели выступаю. Ну, наверное, и заключительной темой я хотел сказать про путешествия. Тоже многие ждут путешествия каких-то разных стран, посмотреть лайфстайла, путешествия тупого качка, чтобы он показал, куда-то поездил, тужать, хотя бы, чтобы картинка сменилась. Хочется поехать в декабре. Мы планировали тур в Таиланд, начали собирать народ, поняли, что это... Очень много выжрет времени, ресурсов, денег это даст по минимуму, и смысла в этом нет. Но здесь было пару плюсов. То есть это общее знакомство, нетворкинг, люди, как правило, интересные, приятно пообщаться с ними. Потом это такое более веселая компанейская история, да? Нежели ты летишь там вдвоем-троем. Хотя у меня везде там уже есть... И находятся друзья. Вот. И что еще? Третье можно сказать. Даже не знаю. Ну, может быть, те места, либо те виллы здоровенные, которые ты бы и не снимал. Потому что зачем снимать виллу на 16 человек, когда вас двое? Как в этом смысл? Чтобы в разный день спать в другой спальне? Ну, вот. Поэтому... Нет. Поэтому фитнес-тур будет на Бали наш. И... В Таиланде мы его отменим, а на Бали, скорее всего, но тоже под вопросом, в декабре планировалось улететь оттуда на Бали 2 месяца, и там уже будет видно. Вот, наверное, и все, что хотел-то сказать, мне кажется. Если вам кажется, что какой-то вопрос я не задал, вы задавайте его внизу. Если у вас есть какой-то комментарий по той теме, которую я сказал, пишите его внизу, я это все прочитаю, просмотрю и что? И участвуйте в конкурсе. Чего вот за 2 жеста попробую здесь выиграть наборчик спортпита или обучение, или консультацию. И не забывайте, что одеть Сережа на коктейльчике Туби. Скидочка. Взял, выпил, выкинул и не носишь вонючий шейкер. Ну и, наверное, извиняюсь за сегодняшний мой голос подачи. Я вот только, грубо говоря, несколько дней пролежал на кровать, и все. И вот встал, и еще плохо говорю, и двигаюсь тоже так же. Все, всем мира. И жира вам не нужно.